Друзья, всем привет! Какой же крутой выпуск вы сейчас посмотрите. Если честно, я сам не верю в то, что у нас в итоге получилось в этой истории. К нам обратилась многодетная мама, которая сбежала от мужа со своими детьми и грудным ребенком на руках в деревню, в старенький дом. Они начали новую жизнь, и все бы ничего, но у этой семьи на сегодняшний день есть один очень большой страх. Это страх предстоящего холода. Печка у вас замурована. Да, ее начинаешь затоплять, она отовсюду дымит почему-то. И под крышу идет, и отовсюду дым. Потому что мы воду заканчиваем, она куда-то уходит. А мне потом сказали, что она уходит, видно, в кирпичи. А можешь показать вот прям пальцами, откуда дымит? Вот то, что ты замечала. Ну вот, на данный момент, ну когда вот полмесяца назад затопляли, пробовали, холодно дома было. Она вот отсюда что-то подымила. Потом отсюда вот пошло. Часть. Раньше не дымило, а вот переехали сюда, начало. Еще откуда? Вот отсюда дымило все. Но мы вот нам сказали глину с водой размешать, сделать тоже что-то, начало дымить все. И вот потом отсюда начало вот дымить. Из-за неисправной печи и отсутствием средств на ее ремонт их семья боится просто замерзнуть предстоящей зимой. Этот выпуск мы снимали больше 2 месяцев. И сегодня вы увидите, как сильно мы с вами изменили жизнь этой семье. Приятного вам просмотра. Я-то, в принципе, по фотографиям видел, что там происходило, но Ваня еще не видел. Мы больше, наверное, будем делать, чтобы это были для вас сюрпризы, потому что Ксюша и мама находились там дома, они, конечно, видели все те изменения, что у них происходили. Но вы не видели сейчас потихоньку, поэтапно мы вам будем все показывать. Ну что, смотри. Ну молодцы. У нас, как всегда, полная машина до отказа разных сюрпризов. И не только сюрпризов для семьи Ксюши. Где-то тут у нас едет печник, который будет все собирать, устанавливать. Потом придет сварщик. В общем, у нас на сегодня запланирован огромный ряд мероприятий. Надеюсь, мы сегодня все успеем. Ладно, давайте прямо сейчас начнем с внешних изменений дома. Мы чуть позже... Ой, чуть муха налетела. Мы чуть позже вам расскажем, почему у нас и как у нас это все получилось сделать. Ну, а пока смотрите ту красоту, которая у нас получилась. Привет. Здрасте. Наверное, ты уже чуть привыкла, да, с видом? Да, я уже как-то по-новому смотрю, то вообще прям по-другому все смотрится. Как-то неожиданно было, просто приехали люди, типа, вот мы будем делать. И мама такая сразу, ну, скорее всего, что вы помогаете, а потом нам все-таки сказали, что это от вас. Сколько по времени велись все работы? Ну, около 2 недель где-то получается так. У Ксюши, у них здесь дом был обшит ОСБ, и он был ничем не обработан. Получилось сделать 2 в 1. Мы, во-первых, и, ну, придали вид, но самое важное, что это специальная защитная пропитка, она защищает, ну, чтобы вот этот материал там не гнил, там его не ели там насекомые, какие-то паразиты и тому подобное. Это был первый момент. Второй момент, здесь, как вы помните, тоже это выглядело по-другому, там было много дырок, да. Ну, в общем, это такое помещение, конечно, начальное, это, можно сказать, даже крыльцо, да, просто крытое крыльцо. Сделали лицевую часть, чтобы здесь, ну, тоже это как-то и зимой снег меньше будет попадать туда вовнутрь. Это что касаемо внешней части, сейчас заходим внутрь и будем вам дальше еще показывать. Сначала белилось, красилось внутрь, а потом уже вот это вот все делали. Свежо, обновлено, но здесь прям приятнее гораздо стало. Да, когда свет включают, прям светлее даже, несмотря что он темный, но светлее смотрится, чем было голубое. Мне очень нравится. Уже, наверное, и меньше переезжать захотелось, да? Да. Но нет, надо все равно ехать, получать образование. Я прям очень доволен. В то помещение мы с вами пойдем чуть позже. Там много тоже, да, всего поменялось. Наверное, больше всего коснулась как раз вот эта часть.
Да, окрас, наверное, и вот это вот. Уже вижу тоже несколько у нас изменений. Что поменялось? Получается, здесь раньше стояла печка, которую мы тогда ворошили вместе с Ксюшей. Ксюша тут убирала, выносили там весь мусор. Сейчас приходил как раз сварщик, который будет после человека, кто будет ставить котел, будет здесь все варить, устанавливать. Он отпилил, получается, части труб и отсюда вытащил саму печку. Сюда будет ставиться котел. Дымоход, он сразу идет защищенный, чтобы там и не грелось. И, в общем, все безопасно было. И тут наше расстояние, которое есть там, оно его совсем, совсем мало. Поэтому это сейчас, скорее всего, тоже будем разбирать. Ждем потихоньку монтажника, но его пока нет. А что у вас тут на территории хряк? Забежал. Опа! Красиво, все, он просто для нас шок был, что один день приехали, нам, мы вот это будем делать. Потом он приезжает, говорит, а вот это еще делать. Я говорю, вы хоть звоните заранее, предупреждайте нас, чтобы мы знали. А то мы только утром встанем, выйдем, они уже подъезжают. Одну сделали, вторую. Тут подъезжает, говорит, нам сказали, что еще и крыльцо делать. Явление, шок, да. Ну, да, первый конечно. Шок был, что как-то неожиданно все вот это вот. Потом как-то я уже влилась. Ксюша, я мне хотела вообще помогать. Да, они не дают ей. Она говорит, мам, я хочу, а мне не дают. Вообще большая разница, это вот делать в баню, как спускаться. Угу. Раньше вообще там, ну, крыши что не было. А угу. Сейчас даже когда вот свет даже там не включаешь, там уже светло. Безопасно, как сказать. Я вот раньше, когда иду на баню затоплять, я думаю, что мне что-нибудь обрушится. Угу. Но сейчас я иду спокойно, знаю, что все нормально. В город ездила, когда они приезжали, вот это вот последнее делать. Мама мне звонит, говорит, еще будет веранду что-то делать. Я думаю, нифига. Я так прям обрадовалась. Сколько всего, да. Да, шок тоже был, что так много. Мы сами не думали, и вот как-то начали потихонечку люди объединяться все. Вот так как-то пазл сложился по итогу. Я прям сам очень, очень этому рад. Но дело еще за малым, как говорится. За 3 месяца нашего знакомства жизнь Людмилы и ее семьи изменилась в лучшую сторону. Но для этой семьи остается открыт вопрос заработка, так как на одни пособия и подработки не прожить. Поэтому Людмиле мы предложили рассмотреть вариант какой-нибудь удаленной работы, так как ей необходим собственный источник заработка и не зависеть от пособий. В чем большой плюс удаленки? Это что спрос на специалистов в данной сфере увеличивается. Можно работать из дома, и чтобы стать специалистом, не нужен университетский диплом. И если вы, друзья, находитесь в поиске работы, или хотите перейти, или попробовать себя на удаленке, то я бы вам и Людмиле порекомендовал рассмотреть онлайн-курс менеджера по работе с маркетплейсами. Сейчас это одна из самых востребованных на рынке профессий. Это отличная подработка на удаленке и подходит абсолютно всем. Спрос на нее гигантский. Сейчас каждый второй покупает что-то на Озоне или Wildberries. Большое количество брендов там имеют свои магазины, и им нужна помощь. Данный курс проводит Академия Edison. Я уже давно работаю с этой школой, и она является одной из лучших образовательных площадок в России. Они работают на рынке больше 10 лет, и у них уже обучились 450 тысяч студентов. У них работают лучшие преподаватели. Это выпускники топовых мировых и российских вузов, сотрудники крупных компаний, таких как Mail.ru, Яндекс и РБК. На курсе вы разберетесь в особенностях крупнейших маркетплейсов, таких как Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет и AliExpress. Узнаете, как оформить карточку товара и научитесь продвижению и аналитике. Узнаете, как с нуля начать продажи и организовать доставку и сэкономить за счет грамотной логистики. И, конечно, начнете зарабатывать удаленно или откроете собственный бизнес. На курсе вы можете работать полностью в своем темпе, потому что вся программа доступна сразу. И еще для обучения используются тренажеры-симуляторы на маркетплейсах. С помощью них вы можете погрузиться в рабочую среду и получить опыт прямо во время обучения. В курсе нет никакой воды. Все кратко и по делу. И у Edison есть все для освоения успешной профессии на дому. В описании я оставлю промокод МЕДОВ, по которому получите скидку 60% и личную консультацию с экспертом в подарок. Поэтому решайтесь и меняйте свою жизнь к лучшему. О, а почему не стреляет? Не знаю.
Может быть, тогда то, что мы ставили, то только поставили бойлер, вода воздух. Вода только, наверное, начала подниматься. Да, воздух в нем был, и он прям стрелял. Вань, помнишь? Какая вода? Это холодная должна быть. Меня аж передернуло. Конечно, вот тут это еще целая история. Вон оно льется и капает там. Этот уголок у нас, друзья, сегодня тоже подастся изменениям. Ты не знала? Нет, прям неожиданно, если честно. Да, и помимо этого сегодня будет еще много, немного, но еще несколько сюрпризов. Итак, обзор. О, сразу нас встречают ступеньки. Тут прям вообще ничего не было, прям просто солнышко светило. Тут все сломалось, вот тут ничего нету. Да, тут было, но обвалило, что когда они жили, что снег не убирали с крыши, и тут уже эти все палочки старые. Это дровница раньше была, это дрова. Мы где-то подходили, я помню, прям ты трогаешь, а это просто деревья. И здесь у вас вроде бы какое-то было уже, Вань, помнишь, ты мне еще только говоришь, здесь вот отвалилось. Ну и, соответственно, в любой момент это вообще могло все рухнуть. И крыша была даже намного ниже, чем сейчас. А, сейчас повыше. Она выше стала, ага. Да. Даже на два не смотреть промежуток большой. Попросторнее, конечно, стало. Все закрыто, все сделано. Решетка, стропила. Эта часть тоже вся прикрылась, чтобы сюда ни дождь, ни снег, ничего сюда не заметало. В общем, полностью в круг все сделано. Положен пол. Вот эту часть мы тоже хотели выложить досками, но Ксюшина мама нас отговорила, сказала, что здесь будут лежать дрова, как бы такие вещи, здесь этого не нужно. Вы прям вот до сюда все будете дровами? Да, сколько сюда влезет, сколько на улицу там набирать. Здесь, я помню, залазил, лежал сверху просто на самой бане шифер разный. Вот, а сейчас это дело все аккуратненько под крышей. Конечно, немного зелень есть. А, ну вот она, наверное, да, Вань? Вот она осталась. Ну, тут получается, это все равно это в виде утеплителя, оно так накидано, когда-то делалось. Поэтому ничего страшного. Хотел бы сказать большое спасибо Владимиру из Павлодара. Этот человек нам все, получается, вот эту крышу оплатил. А Никита помог нам купить вот здесь вот, сделать пол, покрасить внутреннюю часть. Поэтому, ребята, вам большое-большое спасибо. Я просто благодарна тем людям, которые все-таки помогли мне большой стороной. Просто большое спасибо, кто помог. К нам доехал Евгений. Здравствуйте. Он это все видел только здесь, буквально по фотографиям, по видео. Единственное, что у нас, и мы думали, что вот это, скорее всего, разбирать придется, да, сейчас? Ну, однозначно. Красота неописуемая. Я уже представляю, как семья Ксюши будет им пользоваться. Эта вещь, этот котел будет топить их дом и обогревать вечерами. Какой сейчас порядок работ? Демонтаж. Это печная стена, но раньше это был колодец. То есть это горит, дым идет по ним, нагревает кирпич и греется. Сейчас она функцию никакую нести не будет, кроме функции стенки. Я Сергей. Очень приятно. Вы такую решили все-таки, да? Ну, котел, были конечно. Попроще, конечно. Были попроще, но предоставили вариант, который будет хорошо работать. Вот нам предложила помощь компания Теплодар. Они сказали, что предоставят все необходимое оборудование. Это котел и вот все комплектующие, которые нужно, чтобы сделать так, чтобы Ксюша и ее мама эту зиму провели в тепле. И сейчас пойдем смотреть, какой котел они нам отдадут. Здравствуйте. Здравствуйте.
Очень приятно. Спасибо, что вызвались помочь в очередной раз. Для нас это, правда, большая помощь. И я думаю, Ксюша с мамой прямо оценят. И для них это, правда, прям очень крутой подарок. Расскажите про котел, который вы хотите подарить. Какие комплектующие, что, как им пользоваться, какой он мощности, какие-то нюансы, особенности по нему. Компания «Теплодар» производит линейку котлов «Практик». По требованию наших покупателей подойдет котел «Практик 10В», где буковка «В» означает варочную поверхность. Надежная чугунная варочная поверхность со съемными чугунными, опять же, колечками, которые выполняют несколько функций. То есть, ну, основная функция – это приготовление пищи, и вторая функция – это обслуживание, эксплуатация котла. Оснащен водонаполненными колосниками, повышает его КПД, и опять же увеличивает срок эксплуатации, так как колосники водонаполненные, они дольше служат. Закрыт кожух конвектором, что опять же позволяет несколько отопить помещение, в котором находится котел. То есть не только от системы отопления, но еще сам котел дает от себя довольно хорошее тепло. Два режима горения, то есть это режим длительного горения и режим варки. И дрова, и уголь. Да, да, и дровяной, и угольный. Ну круто. Вам огромное-огромное спасибо. Всегда пожалуйста, приезжайте, всегда рады вас видеть. Выручили уже в который раз. Вот этот кирпич? Угу. А если разбираем ее, она теряет связку, и вот это вот по-хорошему тоже надо демонтировать. И получается у нас разрушили полдома, часть 2. Вот это расстояние, у нас будет дырка. Это, конечно, гораздо серьезнее, чем мы тогда делали. Да, ну, страшно. Я боюсь, что она вся сейчас обрушится. В доме вы, получается, проводку делали? Да. А почему именно такие решили, ну, лампочки повесить? Ну, нам закупали, нам такие закупили. А вам просто озвучивали цену, вы согласились на нее, да, и ну поставили? Ну как, соцзащита выделили мне деньги. Кто делал, тот поехал, закупил. При таком свете, ну, не знаю, может быть, вы просто привыкли. Раньше у вас, наверное, просто плафон, да, висел с лампочкой? Да. То есть было, ну, тогда темнее, нет, сейчас тогда, для вас стало тогда посветлее. Тогда было темнее, сейчас светлее. Да, тогда намного темнее. Но вот лампочки, которые у вас стоят, они на помещение до 5 квадратных метров. А у вас кухня квадратов, там, ну, 7, зал квадратов 15, ну, и твоя комната. Поэтому мы решили сделать небольшой апгрейд. Это у вас будет люстра для зала. Здесь есть пульт, можно регулировать будет уровень освещения. Она еще РГБшная, то есть можно будет, если захотеть, там как ночник ее включать. Здесь вот мощность 70 ватт, это как 9 лампочек будет гореть. То есть представляете, у вас раньше как одна, сейчас даже горит, а будет как 9. И, ну, в зале будет светло, и в остальные комнаты мы взяли, вон светильники есть. Вот сейчас Диме делать уроки будет нормально. Я думаю, вы прям почувствуете разницу. Просто вы, ну, привыкли уже, наверное, к тому, что если вам кажется, что там светло. Вчера, по-моему, маме говорила, что надо купить светильники настольные, поставить. Ну вот. Мысли, они материализуются. Сегодня не взяли коптер. То за место коптера сегодня у нас будет ваня. Мы хотим вам показать, как сейчас выглядит крыша бани, ну, сверху, насколько это возможно сверху. И Ваня сейчас... Уже как коптер не слетел оттуда. Да, взял лестницу, пойдет снимать, как это все выглядит сверху. Ой, сколько пыли в лицо. Процентов на 80 уже разрушено. Быстренько заснимем. Ну вот, остался прям совсем небольшой кусочек. Слушай, а не проще вот от этого залезть? То есть ты залазишь на... из него. Ну, смотря куда ты тут встанешь. О, полез. Класс. Ну вот, да, под тобой. И что, каждый метр? Да, я думаю, Вань, ты не провалишься в случае чего. Давай, передаю. Я его там... Ух ты! Что это такое было? У нас тут сработала сирена. У нас теперь тут огромная дыра. Тут протекала, наверное, да? И она отгнила? Да.
Да он на голову ляжет, это вопрос времени. То есть она может, да, упасть? Да не может, она упадет 100%. Ну она уже все не держится, она вон, она если... Я просто сейчас не буду этого показывать, как рукой ее пошатать, что она может прямо сейчас упасть. Ну вот, вот этот участок как минимум вывалится. То есть вот этот квадратный метр? А нам сейчас, чтобы сейчас продолжать... нам это никак вообще не мешает, не держит, ничего. Это просто для, было для информации. Она держалась только на вот этой наклеенной плитке. Слушай, ты представляешь, сколько у нас работ прибавляется? Сейчас смотрим видео, как это все обрушилось. Получается, вот оно начало все нормально-нормально. Вот он смотрит-смотрит. И тут началось все сыпаться. Стоял, смотрел, когда труба пошла, естественно, ее туда, сам в обратную сторону. Ну это понятно, просто есть же техника безопасности, что в случае обрушения нужно вставать. Так я под балкой стоял. Ну вот я говорю, что вы специально встали под нее. Ну я же посмотрел для начала, куда, где стоять. Ну вот изначально так и надо было. Ну, сверху понятно, надо сейчас все это убирать. Там чистить, да? Вес, надо. Глина, там же утепление считается, раньше так считалось утеплением. Да. Дополнительная балка сюда. По крайней мере, вот этот вес, он здесь никогда не был нужен. Это по старинке, как делали, глины тонны засыпали утепление. Сейчас же утепление. Ну, вы с Русланом сможете все усилить и ну, сделать чистовые работы, чтобы ну, вот этих всех дыр у нас ничего тут не было? Да, конечно, все это делается. Вы справитесь? И за сегодня мы точно... Нет, конечно. Вот это мы встряли. О, здесь у нас тоже потихоньку все собирается. Кажется, что поцарапанное. Дизайнеры, кто придумали такую столешницу? Вы что, рукой проводишь, оно все гладенькое. И под, как, ну, под камень она сделана. Кучу разобрали. Сейчас уже начнут потихоньку устанавливать котел. Давайте я вот эту часть соберу, и мы посмотрим, как она будет выходить туда наверх, и все. Просто вот так даже удобнее. То есть не надо ни сбоку отсюда подходить, ни как там мы думали по-другому. Ты вот оттуда дровишки принес, открыл, закинул, все, и никаких углов, все напрямую выходит, и я считаю, это идеально. А здесь стена, тогда вот таким образом. Вань, видно? У нас уже частично собрали печь. Все усмотрится. Ну и, соответственно, здесь там все это переделают, ребята. Будет прям здорово. Смотрите, помните примерно, какой у вас тут был свет? Да. Ну и смотрите сразу, как стало. Прям глаза бросились сразу. И самое прикольное, ну это, правда, надо вечером смотреть. Представляете, как теперь у вас в зале будет, будет светло, хорошо. Здесь вот можно регулировать посветлее. Есть ночной режим, вот нажимаете на ночник. Прямо у меня руки чесались вам, ну, сделать дом посветлее. Большая разница. Получается, у нас осталась здесь разная мелочь, которая будет доделываться уже под самый конец. Это все сейчас приедет Сергей, занесет, куда удобно ему расставить, потому что там будет переделываться у них водоснабжение, гибкая подводка, у них сейчас все сделано, а он будет делать нормально все пластиком паяться, там все делать. Евгений там все закончил, но тоже это получается как временное решение, что потом, когда будут доводиться все финальные штрихи, уже это все ну, будет переделываться. И время уже 7:00, мы на сегодня сделали все и даже гораздо больше, но, к сожалению, хотели за один день, но вот из-за всех этих сложностей у нас не получилось. Немножко подустал. Готовы? Вань, ты готов? Ты готова? Я готова. Дима, ты готов? Да.
показать финальный результат, что у нас получилось. И в этой части, и в этой части, и на крыше, и везде. Когда мы подпрыгнем, мы переместимся в тот день, когда все будет готово. Готовы? Да. Раз, два, три. Кайф. Все аккуратно огорожено, все чисто. В данном случае белым-бело. Красота вообще. И вверх сделали, вот подключили отопление, да, ко всей системе, все, да, батареи, все работает? Да, все горячее, все работает. Круто. Мы сейчас уже в куртках, сегодня с утра было 4 градуса. Вот еще бы недельку, и ребята бы уже мерзли. Сделали еще 2 недели назад, мы здесь были последний раз. Потом на следующий день подключили к системе отопления, и остальное время все это обустраивали. Тепло у вас? Тепло. Ну, вы с утра топили, а время уже обед, они до сих пор теплые. Не дома. У нас до вечера хватает. Здесь батарея, понятное дело, не нужна, потому что здесь от него, да, наверное, жар жесткий. Угу, от него прям теплотку хорошую идет. От него, допустим, вот только затопило, то все уже прогорает, и уже постепенно они уже сами уже горячие. То есть ждать, в тот раз с печкой мы очень долго ждали, когда они нагревались. И сейчас надо было, чтобы она сама нагрелась, да, сейчас прям все быстро. Вот сам котел, насос установлен, который гоняет воду, чтобы это все быстрее нагревалось, чтобы не стояло на месте. Раньше этого ничего не было. Это специальные... тоже жаростойкие сэндвич-трубы, а в них так сильно обжечь нельзя. Здесь все сделано тоже из всяких материалов жаростойких. Слушай, прям перегородки, да, полноценные получились? Сверху сделано из дерева, вот там металлическое. Кстати, а вот тут кисточкой еще подкрасите, и будет вообще красота. Вот здесь тоже прям, блин, классно. Все это разбиралось, вон доски ложились, усиливалось. Там утеплитель, да, он туда засыпал? Вот когда висело, да, боялись, что упадет. Правда, мужик махом сделал. Слушай, говорит, еще карту какие-то этих, и можно, говорит, клининговую компанию идти. Да капец, тут сколько пыли, сколько грязи было постоянно. Мы до 2 ночи все вымывали здесь. Конечно, генеральных уборок, да, пережило. Много. Изначально все убрали, но сначала вот эту комнату. Сергей еще приезжал вечером, заливал этот фундамент. Залил под печкой. Угу. Потом это тоже все убрали, там частично помогали. Мойку уже он в понедельник нам доделал. Разница по сравнению с тем, как раньше у вас дом топился, большая? Угу. Печку вот мы, наверное, 3, даже, день, может быть, топили. И 4 топили в день, потому что когда вот в морозы прям чувствовалось прям холодно. А вот с котлом у нас трубы, что горячие, еще часа 3-4 остаются после того, как мы протопили. И как бы вообще хорошо, и тепло, и тут держится, и в кухне от печки идет тепло. А вы только дровами, да? Да, ну уголь сейчас вот скоро купим. Представляете, можем. Если вы добавите еще уголь, то насколько у вас тут вообще будет зимой, ну, круто. Сейчас вообще красота. Как обычно у нас бывает, аппетит приходит во время еды, захотели, коль мы делаем с котлом, это кухонная часть, важная, это отопление, тут вода, что тоже, не дай бог, прорвет, и вот и что они будут делать? И особенно если зимой все перемерзнет, все замочится, и дом, ну, просто замерзнет. Обратились тоже к ребятам, вот кто подключал котел, чтобы он переделал всю абсолютно сантехнику. И здесь было не просто поменены шланги, посмотрите, что было сделано. Здесь полностью, где-то там вот есть у вас водная труба, да? Да, где-то она там. Под полом, вот. Он залазил в погреб, там это все паялся, подключался. Полипропиленовыми трубами сюда выводил. Здесь нужно срочно показать кадр. Что было раньше? Тут это накручивал все. Я. Ты накручивала? Да. Ну, оттуда очень сильно текло, и я закрутила. 1, 2, 3. Четверник получается. А вот этот что? Это просто запасной шланг.
Ну, мы приехали, тут так вот так и было. Чтобы набирать там ведра, да, например, воду. Есть дополнительное, на всякий случай, место для подключения, чтобы можно было набирать там ведра, вот как раз через гибкую там подводку. Все это перекрывается, здесь есть счетчик, главные перекрытия, канализация, сливы, на машинку тройник. Все спаяно, все сделано, круто. Это все поменено, новый смеситель тоже взяли, который гнется. Кстати, у меня такой же стоит. Как раз тоже можно поставить, помыть, если надо раковину сполоснуть. В общем, старались сделать как практически для себя. Панели, все было поменено. Здесь у них как раз можно чистить зубы, стиральная машинка. А второй где? Его тоже брали, сюда. Второй шкафчик. Думали, поместим два рядом, но как у меня не было размера, ну, второй бы не влез, он бы вот так бы, да, торчал у вас. Да. Поэтому поставили сюда, здесь тоже такой уголочек. Ты в шоке? Я в восторге. Еще мне хотелось бы сказать огромное-огромное спасибо компании Теплодар, что они предложили свою помощь, предложили данное оборудование и все необходимые комплектующие для того, чтобы семья Ксюши комфортно перезимовала, там жила в комфорте. Это котел, у них есть и печи тоже, если у кого-то нету там отопления по дому, есть тоже стационарные печи. Огромный ассортимент под разные объемы, под разную кубатуру, много разных вариантов. Или вы хотите модернизировать свою печь, нужны какие-то разные комплектующие, безопасные трубы, в общем, много-много всего у них есть. Теплодар, вам большое спасибо, всем, кому нужно, ссылка будет в описании. Переходите, заказывайте, покупайте и наслаждайтесь классными печами. Мы за вас очень рады, что у вас все хорошо. Получилось сделать гораздо больше, чем вообще мы планировали. Чтобы полностью снести, чтобы у нас обрушалась крыша и были какие-то такие серьезные вещи, но ничего у нас такого подобного не было, и это вообще впервые. Я хочу выразить свою благодарность в первую очередь вам. То, что вы откликнулись на мое сообщение, что не бросили, помогли. Надеялась, что вы ответите. Каждый день заходила, думала, может, вы прочитали, может, вы как-то ответите или ответили уже. Я смотрю, от вас приходит сообщение. У меня прям радости столько было, что все-таки вы ответили и поможете. И хочу выразить благодарность еще тем людям, которые помогли с крышей, также с котлом. И вот все-все, что сделали. И тех людей, которые даже из нашей деревни откликнулись и тоже приехали это сделать. В беде все вместе так вот помогли. Просто такое большое, огромное спасибо. Получилось очень красиво. Баня сделана, покрашено все. Тебе нравится? Угу. Ну, с тебя пятерки в школе. Договорились? Хочу выразить благодарность всем, кто участвовал в этом. И вам большое спасибо. Хочу сказать, друзья, всем огромное спасибо, кто помогал, кто всячески принимал участие, кто поддерживал эту семью. Спасибо Максиму и его компании «Аристократ» с большой дороги, что тоже принимали участие. И вроде бы все вместе в очередной раз объединились. И у нас получилось сделать еще одно очень большое дело, помочь целой семье. Большое вам спасибо тоже за то, что вы у нас есть, что вы нас смотрите, поддерживаете. Ставите лайки, пишите комментарии, по этому видео тоже напишите все, что вы думаете вот по всей, то есть, да, масштабному делу, которое у нас получилось. Если вы хотите нас поддержать, все ссылки, реквизиты будут в описании, вы можете оформить подписку у нас на Boosty, мы будем вам очень благодарны, потому что нам делать вот такие вещи очень дается с большим трудом. Но мы не останавливаемся, будем вместе с вами продолжать всем этим заниматься. Еще раз, подписывайтесь на канал, увидимся с вами через неделю, пока!